В рамках недели предпринимательских инициатив, которая проходила в начале февраля, региональным чиновникам поступило порядка 130 вопросов. Все они в той или иной степени касались улучшения инвестиционного климата в Ульяновской области. Подводя итоги на прямой линии с предпринимателями, глава региона отметил, что все эти предложения легли в основу стратегии дальнейшего развития отношений между бизнесом и властью. Первоочередные задачи, по словам Сергея Морозова, снижение административных барьеров и подготовка грамотных кадров для малого и среднего бизнеса. Мы внедрим, как я уже сказал, в этом году курс основ предпринимательства, начиная со средней общеобразовательной школы. Мы предпримем в этом году очень серьезные меры по обелению экономики и по стимулированию прихода сюда новых бизнесов в Ульяновскую область. Новые рабочие места и налоговые отчисления – залог успешности региона в целом. И работа в тесном тандеме – обязательное условие для достижения положительных результатов. В этом уверен не только глава области, но и участники недели предпринимательских инициатив. Стоит отметить, что довольно большая часть вопросов и предложений во время недели инициатив поступила именно от Димитровграда. По сфере своей деятельности я занимаюсь бизнесом не только в Ульяновской области, но и в Самарской области. И хочу сказать, что Ульяновская область совершенно далеко ушла в плане поддержки предпринимателей, так как здесь оказывается на всех уровнях очень большая поддержка предпринимательства и в плане информирования, и в плане финансирования, то есть все для того, чтобы заниматься бизнесом. Татьяна Елисеева, «Наше время».